Приветствую, Ральф. Привет, Йоахим. Ты интересовался нашим лазерным дальномером? Да, верно. Расскажи мне о трудностях своей работы. Мне приходится выполнять измерения очень больших расстояний, больше 70 или даже 100 метров. И, наверное, в основном на улице? Верно, и часто бывает так, что при ярком солнце я просто не вижу лазерную точку. Понятно. Тогда позволь, я покажу тебе наш новый лазерный дальномер GLM-120C. Он рассчитан на измерение расстояний до 120 метров. Для меня более чем достаточно. C означает connectivity, то есть ты можешь переносить все результаты измерений прямо в наше мобильное приложение Bosch Measuring Buster. В этот дальномер встроена камера. Благодаря этому ты всегда будешь видеть, где находится лазерный целеуказатель и место, до которого выполняется измерение. Это уж точно решит проблемы, связанные со слепящим солнцем, плохими условиями видимости и, прежде всего, с измерениями на больших расстояниях. Ты еще не закончил работы по проектированию? Нет еще. Что именно тебе нужно еще сделать? Здесь будет довольно высокий фасад, и мне нужно рассчитать его площадь, чтобы определить необходимое количество материала и размер каркасной конструкции. Итак, Ральф, мы подготовились к первому измерению. Включи дальномер. Как видишь, прибор сразу готов к работе. Теперь нажми кнопку выбора функции и с помощью кнопок «плюс» и «минус» выбери символ косвенного измерения. Определи крайнюю нижнюю точку измерения. Ты можешь ее точно завизировать. Вот так, да. Теперь завизируй крайнюю верхнюю точку измерения. Дальномер оснащен функцией масштабирования. Это очень удобно. Смотри, изображение увеличивается, становится видно все больше деталей, и ты можешь еще точнее определить местоположение точки измерения. Результат измерения перед тобой. При этом ты видишь каждый отдельный кадр выполненных тобой измерений с указанием времени и даты. Полученное изображение ты можешь затем обработать на компьютере. Для расчета площади нам не хватает еще ширины дома. Мы ее можем измерить отсюда и до конца. Хорошо. Прежде чем мы включим дальномер, хочу показать тебе еще одну кнопку. С ее помощью ты можешь включить прибор. Следующим шагом является установка Bluetooth-соединения со смартфоном. Сейчас мы находимся в том месте, где ты должен выполнить измерение. Мы открыли приложение Bosch Measuring Master и создали в нем проект. Теперь я активирую лазер с помощью функции дистанционного управления. Затем я использую свою папку в качестве мишени. Теперь я могу измерять напрямую. Результат будет представлен в списке. Здорово, все действительно так быстро. Это очень полезная функция, особенно если ты будешь работать один, а не вдвоем, как мы сейчас. Супер. Да, согласен. Итак, мы получили все нужные данные, и ты можешь начинать их обработку. А можешь отправить мне их прямо в офис? По электронной почте. В офисе можно продолжить их обработку. Получается, я могу сразу рассчитать смету. Отлично. Итак, Ральф, мы успешно выполнили поставленные перед тобой задачи по измерениям. Каковы твои впечатления? Очень хорошо. Благодаря камере и функции масштабирования я всегда видел лазерную точку. Меню дальномера очень интуитивно. А благодаря дистанционному управлению я смогу работать один, без помощи напарника. Все верно. Вдобавок, я могу сразу пересылать результаты прямо в офис для оперативного расчета смет. На этой ноте я желаю тебе дальнейших успехов. Большое спасибо. До новых встреч. Пока. Пока.